Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал. Ликвидировать порчу семьи, порчу на разорение семьи, порчу на рассорки в семье. То есть устранить, ликвидировать негативные воздействия, которые были сделаны семье, на разные негативные процессы в семье, чтобы в семье ругались, выясняли отношения, нервничали друг друга, ненавидели. То есть вы понимаете, да? То есть чтобы люди в семье уничтожали друг друга, друзья. Как обычно вы смотрите, сегодня мы чистим порчу на семью. Как обычно, вы смотрите все мои ритуалы, я провожу в энергоинформационном потоке. Вы просто присутствуете, а активировать ничего не нужно. Вы здесь и сейчас, уже в ритуале, друзья. Но ритуалы работают по-разному, мои, потому что вы разные, ситуации у вас в жизни разные. Даже если у вас не складываются отношения, потому что у вас были до вас, у вас у родителей или у бабушек, у дедушек были какие-то сделаны негативные воздействия на семейные отношения, и это передалось вам, друзья, из поколения в поколение, что-то не складывалось, или люди расставались, разводились и так далее. Друзья, ну вы слушайте информацию, если это не о вас, то вы просто смотрите чистку, потому что многим из вас нужно просто наладить отношения или создать семью. Это вся будет сегодня семейная вот такая вот тема в этом ритуале. Даже у вас могут быть какие-то плохие или негативные какие-то отношения, или какие-то выяснения отношений с родственниками, или самыми близкими родственниками. Этот ритуал тоже подойдет, друзья. Так, чистим вас, чистим семью, чистим вас. Устраняем рассорки, устраняем натянутые, напряженные отношения в семье. Между родителями и детьми. Или между собой в семье, между членами семьи и родственниками. То есть семейная тема. Потому что очень часто есть такой момент, у кого-то хорошая семья, а кто-то со стороны завидует и желает очень каких-то плохих, какие-то плохие пожелания и проклинают и со стороны хорошая семья была и страдают, почему-то начинают ругаться в семье люди. Повод всегда найдется, друзья, поэтому то денег не хватает, а то потратили много, а то не заработали, а то куда-то деньги утекают, друзья, и просто по-разному можно из-за ничего ругаться, ссориться, очень сильно ссориться в семье. И со стороны вмешиваются в ваши отношения, да? Даже близкие родственники, самые-самые близкие. И просто люди, которые даже соседи, даже какие-то друзья, у которых не сложилось или у них плохо, а у вас хорошо в семье, и они хотят, чтобы у вас было плохо. Так, чистим порчу на вашу семью, то есть ликвидируем вот эти все
Воздействия. Воздействия могут быть магические и не магические, потому что существует просто отношение между людьми, между разными людьми. Все люди разные, энергетика разная, мысли разные. Пожелания разные, зависть тоже присутствует. Чистка происходит. Могу молчать, могу разговаривать. Все работает, друзья. Поддерживаю вас всех в ритуале. В каждом моем видео, в каждом моем ритуале. Так, чистка. Здесь и сейчас. То детей у кого-то не было, а потом уже есть дети и тоже ругаются, не было детей, ругались, или кто-то со стороны негативил на вас, то есть говорил, почему у вас нет детей, потому что вы не такие, а потом уже дети появились, все равно ругаетесь, да? Это не у всех эта история, информация, а кто-то услышит о себе. Постоянно советчики вмешиваются, что-то вам там советуют. Все знают, как вам жить, только вы не знаете, да? Советчики, поменьше слушайте этих советчиков, которые вмешиваются в семьи. Чистим вашу семью.
У кого-то из-за жилья ругаетесь, да? С родителями, молодые живут с родителями. Не все живут с родителями, но какие-то кровники вмешиваются. Деньги не поделили, да? и разорение, какие-то переезды, и слезы, я смотрю, и разборки. Если не ваша информация, не слушайте. Просто чистка, друзья. Но у вас у всех разные ситуации. Перемены места жительства меняете, да, жилье переезжаете.
Или чувствуете вам неуютно, потому что постоянно какие-то в вашу сторону какие-то плохие слова говорят. Все вы не так делаете, то у вас не так, и это у вас не так. Потому что кто-то хочет вами командовать, манипулировать, командовать. Как ваше самочувствие? Вы даже по самочувствию можете чувствовать, как работает ритуал, друзья. Освобождаетесь, да? Становится легче, как будто бы вы от чего-то освобождаетесь. Такое ощущение, друзья. По поводу ощущений пишите в комментариях. Я читаю все ваши комментарии, пишите ваши истории, секреты не рассказывайте, а истории, то, что можно писать, рассказывайте в комментариях, чтобы быть более защищенными. Подписывайтесь на мой канал, друзья, потому что вы смотрите меня. И многие просто смотрят и не подписаны. Друзья, подписывайтесь, это будет вам помощь. А кто-то из вас, ну, прям так хотели семью, вот, официально, очень-очень, но разочаровались, да? Как-то не так сложилось, как вы мечтали и как вы себе представляли. Не так получилось. Нужно исправлять ситуацию. Меняемся мы, меняются ситуации, меняем все, что возможно. Изменить, меняем. Меняемся мы, люди, другие люди меняются. Мы меняем свое отношение к ситуациям, друзья. И в каждой новой ситуации мы меняемся тоже. Мы становимся другими. Наши взгляды меняются, потому что каждый новый день, каждая новая ситуация требует решения. И для того, чтобы вы нашли выход, нужно смотреть со стороны на эту ситуацию или по-другому начинать оценивать вас
оценивать себя, оценивать свои возможности и находить новые решения разных проблемных ситуаций. Так, друзья, по поводу консультации пишите WhatsApp, Viber, Telegram, пишите только SMS. Друзья, моя консультация платная. По поводу индивидуальной работы с вами тоже пишите WhatsApp, Viber, Telegram, друзья. Лайки ставьте, потому что часто вы ставите лайки, а они исчезают. Да, вот такое происходит. Куда-то они исчезают. Подписывайтесь на мой канал, друзья, если вы хотите дальше смотреть, чтобы мой канал развивался, чтобы я проводила новые ритуалы и вам помогала, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Донаты. Если у вас есть вопросы, вы не знаете, как прислать мне донаты или денежные благодарности мне как мастеру, пишите мне лично в WhatsApp, Viber, Telegram, потому что вы... Пишите SMS, потому что вы из разных стран, и возникают нюансы, как мне переслать деньги. Я живу в Одессе, это Украина, друзья. Благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья.